Установка деревянного каркаса уличной библиотеки заняла не более пары часов. Теперь за Дворцом культуры имени Гагарина можно и прогуляться, и почитать, независимо от погоды. В скрытом элементе он является завершающим в благоустройстве сквера. На полках разместились книги из библиотеки имени Горловского. Очень приятно, что уличная библиотека открывается в таком благоустроенном парке около Дворца культуры. И то, что ее назвали уличная библиотека, потому что она будет доступна всем, кто пришел в этот парк. Я очень рада за тех, кто может взять книгу, сесть на красивую скамеечку, отдохнуть и узнать что-то новое. И, наверное, мы можем сегодня привлечь жителей, которые будут здесь гулять, также, взяв книгу, оставить свою книгу для другого читателя. Подобный формат, именуемый новомодным словом «буккроссинг», а по-русски это означает возможность взять любую книгу домой или, наоборот, оставить полюбившийся томик почитать другому, уже довольно давно практикуется в библиотеке имени Горловского. Теперь вот данная форма стала более доступной для горожан. Стоит отметить, что сквер библиотеки теперь выглядит вполне презентабельным. Здесь появились новые велосипедные тротуарные дорожки, скамейки, установлено дополнительное освещение. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, «День города».